Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, и сегодня мы начинаем с вами проходить недавно вышедшую игру Little Nightmares 2. Я ее втисну между киберпанком в утренний эфир, чтобы немножко от киберпанка отдохнуть, потому что, ну шутка ли, уже почти 60 серий отснято, поэтому нужно разнообразие. Ну что, долгих предисловий не будет, я думаю, что с этой вселенной многие из вас знакомы по первой части, поэтому погнали. Пустошь. Так, это я вот удалю, потому что тут побегал я чуть-чуть. Так, удалю я вот это. Да-да-да, я удалю это сохранение и начну заново. Посмотрим, что нам тут явит Nightmares 2. Что это? Интересно. Это какие-то кошмарики? Never want to give you down, never want to let you down, round and round and without you. Да вот что-то геймпад у меня прям завибрировал. Глазик — это символ игры. Так. Сейфоголовы? Is the evil within? Или коробка головы? Так, ну что, а у нас прыжок. Да, играть, кстати, я буду, как обычно, с геймпада со своего любимого от Xbox One X. Не на правах рекламы. Короче, бежим по лесу. Так, здесь он как? Двигается только в 2D или куда-то может забираться? Да нет, пока никуда. Еще предстоит ознакомиться с тем, как в это играть. Что здесь можно, что нельзя. Ну вот я вижу какую-то коробку уже. Или клетка, что это такое? Ну и... Пока мне предстоит понять, что надо делать. Игра что, никаких подсказок нам не хочет давать? Так, давайте посмотрим. Так, удерживайте РТ и используйте L, чтобы тащить. Вот так, значит. Ну, ага, левый триггер — это чтобы пригнуться. Игра, спасибо тебе. А что было в том ящике? И было ли там что-то вообще? Ладно. Учимся, друзья мои, учимся. О, это что такое? Вещественные доказательства? И что это? Это тоже берется каким-то образом? Да. Ну и... Это надо кому-то одеть? Надеть? Счет пока непонятно. А он может цепляться за что-то? Да, правый триггер надо нажать. Короче, правый триггер — это действие. А что это за тапочки? И зачем вообще нужны эти тапочки? Ну прыгаем, родной. Ну ты не пугай меня так. А то кто тебя знает, сейчас убьешься еще и все. Правый триггер. Это что, сохранение? Эй-эй. Давайте посмотрим еще раз настройки. Управление. Так, схватить, присесть, скользить, идти, осмотреться, прыгнуть, бросить, атаковать, фонарик, пульт, бежать, X, позвать, Y. Ага. Значит, у нас крестик здесь выключен вообще. Фонарик, пульт, бежать. Ладно. Это мы бежим так? А, вот мы бежим. Ну, насколько я понимаю, это ловушка какая-то, скорее всего, да? Давайте проверим. Ну, да, это ловушка. И вот упала клетка. И что нам с этой клеткой делать? По веревке лезть? Непонятно совершенно. Ну, давай. Так. А почему такие сложности? Почему нельзя просто туда запрыгнуть? Так, ясно, понятно. Иди сюда. По
Пока я мало что понимаю, дорогие друзья. Надеюсь, в процессе прохождения пойму. Висят эти ящики. Давай, пригибайся. Куда мы идем? Так, у нас чекпоинт, да? Я успел? Офигеть, я успел. Это было неожиданно. Это было очень неожиданно. Ну что ж, продолжаем наше чудесное путешествие. Так. Ну тут уже вот какие-то ловушки, какие-то загадки появились. Так, и в чем здесь вопрос? В чем тут вопрос? Что здесь надо сделать? Ладно, давайте вернемся обратно. Я посмотрю, что это такое. Это чтобы вешаться нам было, да, удобнее, видимо. Или чтобы через верх можно было запрыгнуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, я, по-моему, понял. Только надо еще понять, нужно ли держать триггер во время раскачки правой. Замечательно, это было ожидаемо. Сейчас я буду на простой операции спотыкаться несколько раз. Что есть абсолютно нормально. Так, разбегаемся. Так, вот, триггер держим и прыгаем. Что там было написано? Чтобы карабкаться? Игра, ты очень опаздываешь, честно тебе скажу, очень опаздываешь. Давай. Хм. Ну, а дальше-то что? Вот. Может быть, здесь за что-то зацепиться надо? А как и за что можно здесь зацепиться? Может быть, так кого-то позвать надо? Эх. Я не понимаю, это начало пути или конец пути? Туда он никак не может попасть. Это что? А он за это вообще зацепиться, цепляться может? Да нет. Мне нужно попасть на ту сторону. Может быть, надо как-то прыгнуть и на вот эту будку попасть? Интересно, мне знать. Наверное, как-то зацепиться за нее надо. А, все, я живой? Отлично, и что дальше? Подожди, а... То есть тут просто место для приземления надо было удачно выбрать, так что ли? А что это за... Деревяшка, для чего она нужна? Что-то непонятно вообще ничего. Короче, я так и не понял, каким образом я там выжил. Куда-то прыгнул вниз. О боже, ты кто? Тебя, наверное, трогать не надо. Мне так кажется. А ты не забираешь эту лопату? Нет, не забирает. А кто это? А что это такое? Это чекпоинт? Очень странно. Так, а фонарика у меня нету?
Интересно. Что с этим делать? Вот я пришел куда-то. Лопата это здесь зачем нужна? Ну. Эй. Нет, здесь темно. Тоже никуда. Ну да, все кнопки исчерпаны. Может быть, обратно надо вернуться? Я пока не понимаю, зачем. Ну, вроде как посветлее, что ли, стало. Используйте L плюс RT, чтобы взобраться. Вон оно как. Игра подсказывает прям тогда, когда это уже вообще практически не нужно. Когда сам пытаешься все это попробовать. Так, это что? Что это за тапки? И зачем они вообще нужны, эти тапки? Ага. Ладно. Ловушка, значит, была, да? Что там было написано? Мы сейчас просто кинем это и все. Вот она, ловушка. Вот. И давайте кинем. А что она не срабатывает? Нет, она должна сработать. То есть получается, что у нас с вами тапки это как эти разловушечники, деактивируют ловушки. Ну хорошо, хорошо. Будем иметь это в виду. А это что? Мне все время кажется, что это что-то можно зажечь. Да, это нельзя зажечь, это капкан. Значит, это тоже что-то кидать надо. Давайте посмотрим, что сюда можно кинуть. Но мы это обойдем, естественно. Сколько здесь капканов? Вот. Это можно взять? Да что ты делаешь? Вот так. И насколько я понял, нам это нужно для чего? Для того, чтобы... Что, разминировать? Пошли. А почему ты не берешь ее? Вот, понесли. Отлично. Ясно. Ага. Ну, эта палка здесь явно не просто так лежит. Пошли. Я пока ничего здесь не вижу. Ну-ка, давайте я кину ее на всякий случай. А, все, вот. Возьми, пожалуйста. Вот. Великолепно. И чудовищные капканы. Это что такое? Это ядовитое? Ну, это, наверное, кидать мы будем. Конечно. Я вон что-то там вижу металлическое, друзья мои. Вот. Давайте-ка я на всякий случай еще одну возьму. Вот так между ними пройдем. Отлично. Вот. И сейчас будем карабкаться. Лезь. Отсюда можно будет спокойно спрыгнуть. Ну, почти спокойно. Что это за свет? Может быть, от него имеет смысл бежать, а то я так спокойно иду. Что это за звуки? Это
Зачем? Баночка, значит. Ну, дальше я не пройду, а скорее всего надо вам в то окно закинуть, запрыгнуть, под которым ящик стоит. Я думаю, что да. Давай, чё, цепляйся. Чё, сейчас будет кухня. Под стол сразу, без разговоров. Сразу без разговоров. Я помню первую часть. Как там было все? Это что за светское мероприятие там? Ну-ка, ну-ка. Подожди-ка. А это что? Я думаю, что это вряд ли открывается. Конечно, вряд ли. Нет. Открывается только вон та дверь. Она для так, а та... Вернее, пройти мы можем только в ту дверь, вот в эту, которая приоткрытая. И мы туда пойдем. Это было очень неожиданно. Я думал, сейчас будет стол очередной. Интересно. А сейчас куда? Слушайте, меня, откровенно говоря, смущает все. Вот эти вот какие-то мальчики, которые, как эти сумасшедшие, себя ведут, я потом играющие непонятно на чем. Ну что, я взял это? А ну-ка. Вот, пошли. Давайте оставим это пока. То есть, это что, не открывается? А давайте кинем. А как тогда? Может быть, что-то принести надо? Хотя что принести, если там нету никакого окна, никакой дырки, в которую можно запрыгнуть? Топор. Ну, топор, скорее всего... Вот так вот и вытаскивается, конечно. И вот этим топором мы будем рубить вот в этой стенке, которая между нами и мальчиком, скорее всего, этот отверстие проходное. Ну, прямо от души, как маньяки, серьезно. Ну, давай. Офигеть. Животное. Пошли. Деточка, не бойся. Я тебя не ударю. Иди сюда. А кто ты, детятка? Мы освобождаем этого мальчика, что ли? Вумудель. Причем редкостный. Так, с этим что-нибудь можно сделать? Ну, давай пока это оставим. Может, он нам куда-то дверь откроет? Что это он тут оставил? Топор у нас. Ну, здесь не было никуда входа. Здесь все было закрыто же. Ну да, я не ошибся, здесь все закрыто. И... Ну, рассчитывать на то, что мы это прорубим, как-то глупо. Мы это не прорубим. Вот это что такое? Зачем? Ну-ка. Подожди-ка, это что? Опять наверх подниматься, да, мне кажется, нет. Нет. Ладно, бери топор. Помашем этим топором. А что делать? У меня идей никаких нету.
Хорошо тащит она его, или он. Да нет, никак. И что-то это вообще не вылазит. Хм. Ладно, пойдемте посмотрим, что там дальше есть. В комнате осмотрим ее. Ну, давайте, что. Тогда отсюда получается. Нет, тоже не залазит, не вылазит он. И что мне это дает? Вот эти лазания. А вот это что за крючок? Ну залезь, пожалуйста. Вот этот вот. И зачем он? Непонятно. А что ты не залазишь, не запрыгиваешь здесь? Ну не, туда не залезет, конечно, он. Наш герой. Потому что там не за что цепляться. Может, тут стенку надо поломать? Я, честно говоря, сомневаюсь. Что ее надо ломать? Здесь? Тоже нет. Пойдемте посмотрим, тогда наверх поднимемся. Может, наверх надо? Правда. Нет. Вот оно. Детяточка, надо за ним бежать. Там дверь была. А, уже открыта дверь. Опа. Это кто? Это что за жруны? Лезь, лезь. Пошли. И... Может, ты мне объяснишь, зачем ты меня вытолкнул? И что? Не получается у тебя? Ну, иду. Давай. И никто ничего не слышал, да? Идут, конечно. Быстро. Давай, давай, ты тоже за мной, малыш. Поспевай, поспевай. Сейчас эти придут. Жруны косые. Ну, я думаю, это надо подвинуть, конечно. Это надо будет подвинуть. Давай. Вот так. Пошли. И где мы с тобой? Что это за комната? Это ключ. А это тот самый ключ, который мы откроем. Замок, который был этажом ниже, который висел на дверях. Здесь надо что-то вставить. Так, ладно. Давай. Хорошо, а дальше что? Ага. Давай. Ключ, скорее всего, где-то здесь, да? Надо будет эту каталку взять и со всех ног бежать. Это... Фу, твою мать, что это, труп? Давай, тащим. Очень хорошо. Тихо, 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 вот. Давай. Что, ты вставляешь? Крути. А, или я кручу. Ну, давай. И? Чё, я сюда не зацеплюсь никак? Давай. Вот так, вот и ключ. Пошли. Идем, родной.
Вот и ключ у нас. Пошли. Нас ждут с тобой великие дела. Что такое? А, понятно, давай. Подсоби мне. Ну. Давай. Что такое? Давай. Что такое? Я не пойму. Ах ты, вон оно как. Это кто? Да ты можешь запрыгнуть или нет? Как инвалид. Отлично. Спускаемся. Я живой? Живой. Открываем. Это ключ больше меня. И главное, у меня в кармане. Это что такое? Задний двор? Что это за следы? Обувка чья-то, наверное. Видимо, да. Так, это мы подвинем? Давай. Вдвоем мы все можем. Мы прям можем все. Что это опять за звуки? Опять кто-то жрет что-то. Ты... Кого она там убивает? Нифига себе, а что делать надо было? Не понял я, куда бежать надо было. А, все, понятно. Просто не надо было идти как есть, надо было красться, и он бы нас не заметил. Я думал, можно так пробежать. Но он нас все равно, я думаю, увидит. Сюда? Ну и... Подожди-ка. А это что? Так дверь не откроет. Нет. Увидел. Убежали, убежали, убежали. Нет, не можем убежать. Что надо делать с этой дверью? С этой деревяшкой. Пошли. Надо будет ее, наверное, чтобы кто-то один подтянул на себя, а второй пролез. Вот. Вдвоем надо было. Все понятно. Улепетываем, улепетываем. Как надо было от него убежать, вопрос нескромный. Интересно. Все, побежали. Короче, он расстреливает ящики, мы за эти ящики прячемся. Я понял. Как это? Ничего не понятно. Бежим. Бежим. Я слишком далеко просто был. Мне так кажется. От этого ящика. Давай. Хорошо, пошли дальше. Не могу я вот как-то сориентироваться. Ладно.
Все, вот пока у него эти перерывы в перезарядке. Все, бежим. Куда дальше? Японское блюдо сосибибу родной. Ну, убежали. Нету никого. Все ушли домой. И куда? Давайте в темень куда-то, наверное. В траву, чтобы он нас не видел. А что надо было делать? Давай. Давай руку. Вот так. Понятно. Игра, ну ты бы хоть описала, что ли, эту механику, чтобы было понятно. А то взяли за руки и мучаемся. Не-не-не, нельзя выходить. А нам куда вообще? В пещеру? Сейчас он влево посветит, наверное. И нам надо куда-то идти. А куда? Я, честно говоря, не понимаю. Наверное, вот в эту дырку. Да. Он попал по мне? Да ладно, серьезно? Все непросто, все непросто. Я вроде думал, что я залез туда. Но нет. Да пошел ты. Вот сюда надо будет продвинуться. За руки надо... Вот здесь надо по-прежнему за руки держать. Тихо. Или не надо? Давай. Прыгнули. Как раз по времени надо, друзья, серию закончить. Что это там завалило, что ли, дырку? Ну, видимо, да. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.